сплетены, да, из разных веревочек. Соответственно, вот может быть из двух, из трех, из четырех. Давайте посмотрим. Здесь всякие морские узлы. Вообще, кто-нибудь из вас был в порту, на море? Море! Море, да. Я, кстати, знаю множество... Множество рыб знаешь? Да, отлично. И акул. И акул. Так, ребят, давайте поближе. Кто у нас немножечко одна? Вика, Маша. Я знаю тигровую, белую. Я тоже знаю тигровую. Молоток. Я знаю молот. Я знаю молот. У меня есть книжка про моря и океаны. Ого, а смотри, она, какая у меня есть она, книжка знаете, про море. Она знаете, какая толщина? Ого, а как вот это? Давай, измеряй. Да, подходит? Сейчас. Маша, Вика, присоединяйтесь к нам. У меня есть, знаете, какая? Давай мы посмотрим, какие здесь задания. Вы знаете? А что здесь есть задание? И здесь задание, конечно. Ребята, это перевод с польского языка. И мы с вами сейчас посмотрим. На море. Ага, давай авторы тоже прочитаем. Над названием есть. Петр Карский. Петр Карский. Отлично. Молодцы. Море. Море, да. Я, кстати, знаю множество рыб. Множество рыб знаешь? Да, отлично. И акул. Так, ребят, давайте поближе. Кто у нас немножечко одна? Вика, Маша. Я знаю тигровую, белую. Я тоже знаю тигровую. Молоток. Я знаю молот. Я знаю молот. У меня есть книжка про моря и океаны. Ого, а смотри, какая у меня есть книжка про море. Она знаете, какая? Ого, а как вот это? Давай, измеряй. Подходит? Сейчас. Маша, Вика, присоединяйтесь к нам. У меня есть, знаете, какая? Давай мы посмотрим, какие здесь задания. А вы знаете, а что здесь есть задание? И здесь задание, конечно. Ребята, это перевод с польского языка. И мы с вами сейчас посмотрим. На море. Ага, давай авторы тоже прочитаем. Над названием есть. Петр Карский. Петр Карский. Отлично. Молодцы. Смотри, здесь тянуто вообще с полземли. Больше, чем полземли. Океан. Как вы думаете, из всего того, что мы видим? Щупальца. Щупальца. Почему? Потому что на них есть присошки. И что происходит? Кстати, есть, знаете, они там охотятся. Они охотятся. Они охотятся. И были даже летальные способы. И они могут присыпаться. Нет, сейчас я принесу. Суп бери. Так, присоски у них есть. Они что делают со своими? Присасываются, могут присасываться к воде. А я, кстати, видела настоящего этого осьминога. Ого. Да, ребят, и смотрите, значит, он, соответственно, на щупальцах и передвигается. И да? Даже настоящую акулу. Ты видел настоящую акулу? Живую хотя бы? Да. Нет. Нет, а я же видел настоящую живую медузу в море. Медузу в море? Нет, да, но она я тоже видела акулу. Здорово, это как бы зоопарк. А я видел наш аквариум. Аквазоопарк. Ага, ребят, знаете ли вы, что такое коралловый риф? Да, это когда много кораллов. Нарисовала? Да. Значит, это такие, да, существа живые, да, очень они, красивые, они на которые мы все полипов. Угу, отлично. Кстати, да, вот здесь как раз, смотри, один коралловый полип и нарисован, да, как это вот выглядит. Недавно, короче, на Вот, давайте с вами посмотрим такую интересную хорватскую книжку. Не смотрели еще? Смотрите. Да.
Не смотрели, смотрите. Не смотрели, смотрите. Она состоит из двух частей, но да, не двухсторонняя, а скорее двухслойчатая. Значит, книжка о приключениях. Книжка два в одном. Да, о приключениях девочки и ее папы. И смотрите, значит, то, что наверху, это рассказ от лица девочки. Вот. Ну и начинается все с того, что. Давайте посмотрим первую страницу. Значит, что показывает девочка? Да, книга о рыбалке. Значит, они сходили с папой на рыбалку, и девочка что говорит? Девочка говорит, рыбица и била оволика. Значит, рыбка была и показывает, какая она, маленькая совсем. И смотрим, что говорит папа на это. Папа показывает уловиусом оволику рыбу. Значит, оставляем, чтобы друг другу не мешать. Соломон тоже к нам вставай. Отлично. Давайте начнем с вами разминку нашей шеи. Подбородком тянемся в потолок. Теперь прижимаем низ груди. Тянемся в потолок. Вниз. Отлично, молодцы. Теперь ведем к правому плечу. Левому плечу. Вниз, правому. Отлично, молодцы. Теперь давайте с вами, как у Пушкина, да, поднимаем плечи. Ручку чуть-чуть, голову вперед. Отлично, молодцы. Теперь круговые движения плечами вперед. И назад. Круговые движения назад. Так, пингвин у нас тоже стоит.